Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня я хочу оставить для вас свой отзыв на новые маски из серии «Ботаника» от компании Faberlic. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. И у нас в шестом каталоге компании Faberlic появилась новая серия по уходу за кожей лица «Ботаника». Раньше у нас была серия «Этно-ботаника», обогащенная маслами и фруктами, а теперь компания Faberlic эту серию улучшила, добавила помимо фруктовых экстрактов и масел кислородный комплекс. Действительно, хочу вам сказать, что эта серия, несмотря на ее бюджетную стоимость, она великолепно работает на коже. Крема легкие по текстуре, они очень быстро впитываются в кожу, имеют накопительный эффект. И за счет того, что крема обогащены кислородным комплексом, то шикарно они работают на коже. Кожа получает все питательные вещества из состава кремов, и ваша кожа дышит и обновляется. И у нас линейка «Ботаника» подходит для всех возрастов, но делится, то есть она подходит для всех типов кожи, но делится по возрастам. И вот у нас в этой линейке первая серия — это 20+, алоэ и ежевика, которая рассчитана на глубокое увлажнение и защиту молодой кожи. Вторая линейка 30+, клюква и первоцвет для повышения тонуса и энергии кожи. Третья линейка «Ботаника» — это 40+, иглица и радиола розовая для восстановления и упругости вашей кожи. И четвертая линейка в серии «Ботаника» 50+, это хмель и облепиха для глубокого питания и моделирования овала лица. И вот у нас в каждой серии «Ботаника» вышел дневной, ночной крем, фитосыворотка для кожи вокруг глаз, а также появилась в каждой серии вот такая маска «Ботаника» одноразового применения. Маска у нас имеет объем 10 мл и рассчитана на однократное применение. Вы знаете, хочу вам сказать, что несмотря на то, что серия «Ботаника» достаточно бюджетная в каталоге, но за счет того, что в ее составе есть кислородный комплекс, то крема действительно прекрасно работают на коже, они имеют легкую текстуру, быстро впитываются, хорошо распределяются и имеют такой вот приятный цветочно-травянистый фруктовый аромат. И вот у нас в каждой серии есть вот такая масочка. Я уже все эти маски попробовала и хочу оставить для вас свой отзыв на данные маски. Вы знаете, несмотря на то, что у нас эти маски вот рассчитаны 20+ и там 50+, но не бойтесь, вы можете взять на пробу для себя все эти маски по одной, попробовать и определиться, то есть те, которые вам больше подойдут и понравятся, можно использовать. Но вы знаете, я бы советовала вам пользоваться, вот чередовать всеми масками, так как у них разное назначение, особенно вот, если у вас молодая кожа 20+, то, наверное, можно, в принципе, вот остальные не пробовать, но если вы старше, то можно, я думаю, что использовать и все эти маски. И хочу обратить ваше внимание также на то, что в седьмом каталоге, который действует по 14 мая включительно, на страничке 189 эти маски идут по отличной акции. Вы можете взять две любые маски за 19 рублей каждую. И минус скидка консультанта 20 или 26%, получается общесущие копейки. Маски довольно бюджетные, то есть каждые две маски 19 рублей. Вы можете взять 4 маски, 6, 8 и так далее. И у вас выйдет вот эта акция, выйдет эта цена 19 рублей каждая маска. И вы знаете, когда я стала смотреть на обратной стороне, вот у нас состав данных масок, то хочу сказать, что в маске 20+ и 50+ содержится у нас такое вещество, как специальный такой вот кислородный комплекс, который называется перфтордекалин. Я погуглила, сейчас хочу вам вот с телефона зачитать, что же такое перфтордекалин и как он, какое оказывает действие на кожу. Это компонент, который высвобождает из косметики кислород, таким образом насыщает кожу этим жизненно важным компонентом. Считается, что такая кислородная диета содействует активному омоложению кожи, защищает ее от дальнейшего развития признаков увядания. Перфтордекалин играет в косметике по уходу важную газотранспортную роль, высвобождает активные формы кислорода, который должен действовать в качестве активатора, то есть как хорошее регенерирующее средство для
кожи. Он сам по себе также обладает терапевтическими свойствами, помогает восстановить тонус и эластичность кожи. Перфторадекалин действует как своеобразный дермальный филлер, который запускает в кожу коктейль газов, в частности кислород, азот и углекислый газ, а также обеспечивает эффект релаксации, способствует расслаблению мелких мышц лица. Этот ингредиент принадлежит к небольшому классу веществ перфторуглеродов. И здесь вот у нас есть, ну, какие вот тоже вот названия этого вещества. Хорошо. Он отличается тем, что он инертен по своей природе, обладает большой плотностью, высокой степенью летучести, что позволяет ему обеспечивать в косметике мгновенный газовысвобождающий эффект. Этот компонент очень быстро проникает в эпидермис, обеспечивает коже расслабление и снижение стресса. Перфторадекалин обладает высокой способностью увеличивать содержание не только кислорода, но и влаги в коже. Таким образом, он действует как омолаживающий агент, защищает кожу от морщин и повреждений, а также ультрафиолетового излучения. И вот у нас также указано, что в составе косметики это вещество хорошо восстанавливает морщинистую кожу и хорошо увлажняет кожу, а также прекрасно вот обладает хорошим ранозаживляющим эффектом, снимает с кожи покраснения, какие-то вот раздражения, ссадины, ранки. Поэтому действительно продукт достойный. И вот у нас кому противопоказано, если у вас есть какая-то вот, ну, гиперчувствительность к компонентам. Но вы знаете, я использовала эти маски, никакой реакции, никакого раздражения у меня эти маски не вызвали. И вот чувствуется, что эти маски действительно прекрасно работают на коже лица. Маска 30+ в своем составе имеет у нас... Указано, что здесь содержится содиум гиалуронат, то есть здесь содержится натриевая соль гиалуроновой кислоты, которая также обладает прекрасным увлажняющими свойствами и прекрасным придает прекрасный тонус вашей коже. А вот, например, маска 20+ у нас на втором месте, в ее составе имеется каолин, имеется глина. Поэтому действительно эти маски просто превосходно работают на коже, обогащены кислородным комплексом, поэтому эти маски за счет этого прекрасно работают, и кожа получает все питательные вещества, которые есть в составе этих масок. И теперь давайте я остановлюсь на каждой маске более подробно, покажу вам ее состав, то есть покажу содержимое этой маски. Первая маска — это у нас 20+. Наносятся все эти маски на 10-15 минут на кожу, на очищенную кожу лица 1-2 раза в неделю. Можно использовать эту маску утром, можно использовать вечером, но я как-то вот в основном использовала с утра. Я умоюсь, затем, если мне нужно, поскрабирую, очищу свою кожу. Когда вот, допустим, я уже помыла волосы, затем перед принятием душа и своих вот процедур я наношу эту маску на лицо. Маска прекрасно работает на коже, как дополнительный эффект. Вот такой вот, ну, мне очень понравилось. Бюджетная цена, действительно хорошие маски, которые не просто вот она побыла на вашей коже, вы ее смыли, никакого эффекта. Эффект ощущается, то есть, ну, ваша кожа чувствует сразу. И когда маска нанесена на кожу, то тоже чувствуется эффект, какой-то вот охлаждающий эффект, или вот какой-то, ну, вот ваша кожа чувствует то, что маска работает на коже. Вот у нас маска 20+, имеет алоэ вера, который обладает мощным увлажняющим действием, а также ежевика, насыщает кожу витаминами и биофлавоноидами и обладает прекрасным антиоксидантным эффектом. Также эти маски у нас обогащены, вот в составе есть касторовое масло, вот фруктовые экстракты, которые вот перечислены в этих масках. И вот, например, чем мне понравилась маска 20+, я взяла еще ее в запасы для себя. У меня кожа комбинированная, то, что у нее на втором месте в составе глина, то для комбинированной кожи, конечно, это очень шикарно. Маска имеет у нас вот такой вот цвет, слегка такой вот мятный, и она у нас не прозрачная, не гелевая, то есть она такая вот имеет консистенцию глиняной маски, прекрасно работает на лице. Имеют маски все приятный такой фруктово-травянистый аромат. И вы знаете, вот чувствуется, что после использования этой маски поры как-то вот заметно сужены, цвет лица более ровный, цвет лица, вот даже вот такое вот матирование присутствует, поэтому я осталась вот
очень довольна маской 20+. И вот увлажнение изнутри кожи. Несмотря на то, что это маска для молодой кожи, но мне она подошла и очень понравилась. Дальше вторая маска, которая у нас представлена в серии Ботаника, это маска 30+. Данная маска у нас имеет в своем составе клюкву, которая является источником витаминов и антиоксидантов, замедляющих старение. Также первоцвет, который содержит в своем составе незаменимые жирные кислоты, которые способствуют регенерации кожи и предотвращают первые морщинки. То есть маска 30+ у нас направлена на тонус и энергию кожи и предотвращение первых морщин. Но еще я вам сказала, что здесь вот у нас в составе есть на первых местах содиум гиалуронат. Сейчас я вам покажу, как у нас выглядит маска 30+. Я тоже уже ее использовала, попробовала. Действительно, после использования вот такой тонус чувствуется вот даже более свежий цвет лица. Поэтому тоже эта мне маска очень понравилась и осталась я довольна. В отличие от первой маски, эта маска имеет такую вот прозрачную гелевую консистенцию. Тоже очень приятный аромат. Сейчас я покажу вам, как выглядит по консистенции. То есть такая вот прозрачная гелевая консистенция у маски 30+. Следующая маска в серии Ботаника это 40+. Тоже здесь ее 10 мл. Такая же аннотация. И также вот наносится все не одинаково на 10-15 минут на кожу лица. Эта маска у нас содержит иглицу, которая хорошо восстанавливает физиологические свойства кожи, улучшает микроциркуляцию, а также здесь есть радиола розовая, которая богата флавоноидами, хорошо омолаживает кожу и разглаживает морщины. Тоже, вы знаете, маска 40+, отличная. В ее составе также у нас имеется кислородный комплекс, имеются масла, вот фруктовые экстракты. И вот маска 40+, направлена на восстановление и на упругость кожи. После применения действительно чувствуется, вот, что кожа такая более упругая. И вот более такая вот она... как подтянутая, тоже очень приятная маска. Сейчас я покажу вам ее консистенцию. Маска 40+, у нас имеет вот такую консистенцию, то есть консистенцию молочка. Уже она, в отличие от 30+, она у нас идет не прозрачная, а то есть вот такая вот имеет кремовую консистенцию. Очень приятно пахнет. Тоже вот чувствуется, когда вы наносите эту маску, что маска работает на коже лица, поэтому тоже мне она понравилась и осталась довольна. Хорошая упругость после, на лице после использования данной маски. И последняя маска в этой серии – это 50+, в составе которой у нас имеется хмель, который является тоже источником флавоноидов и фитоэстрогенов для вашей кожи. То есть фитоэстрогены это вот у нас идут как вот такие, можно сказать, что природные гормоны для вашей кожи. То есть не пугайтесь, это не какие-то вот такие это, а вот именно хмель обладает такими вот свойствами, чтобы насыщать уже увядающую кожу, хорошо ее питать и придавать хороший эффект лифтинга. А также здесь у нас вот указано, что хмель, помимо этого, обладает хорошим биостимулирующим действием, улучшает эластичность кожи и хорошо разглаживает морщинки. А облепиха богата каротиноидами и витаминами, активно питает, смягчает, восстанавливает кожу. Также наносится на 10-15 минут и используется 1-2 раза в неделю. То есть эта маска у нас идет уже на лифтинг и хорошее вот моделирование кожи лица. Тоже чувствуется, как работает маска на коже. Я сейчас покажу вам, как выглядит данная маска. Так, и эта маска вот 50+ у нас имеет следующую консистенцию. То есть здесь у нас тоже такая вот консистенция уже более плотная, она не гелевая. И вот такая, я бы сказала, что кремовая консистенция. Сейчас, девчонки, выдавлю вам остатки для того, чтобы вам ее получше показать. Так, ну давайте, ага, вот. Так, и вот такая консистенция у нас у масочки 50+. Как видите, она похожа на такой вот даже на питательный крем. И вот так выглядит у нас маска у меня на коже 50+. То есть, как вы видите, у всех разная консистенция абсолютно. Это имеет за счет того, что на втором месте глина, такую вот консистенцию глиняной масочки. Это у нас масочка идет с гиалуроновой
кислотой, поэтому она вот хорошо будет действительно придавать тонус и увлажнять кожу. Но вот несмотря на то, что это глиняная, то тоже она хорошо увлажняет и защищает молодую кожу. 40 плюс у нас маска вот имеет такую консистенцию белого молочка, которая тоже вот у нас маска 40 плюс, она прекрасно восстанавливает упругость кожи. И последняя маска, вот, которая направлена на лифтинг и разглаживание морщин, она более питательная, то есть для питания кожи, имеет такую вот кремовую консистенцию. Так что, девчонки, вот такие маски. Как видите, все они по своей консистенции абсолютно разные, поэтому не бойтесь, приобретайте все эти маски, пробуйте. Они действительно, я вам еще раз хочу сказать, за копеечную стоимость, но это великолепные маски, которые работают на коже, они просто вот побыли на вашей коже, смыли водой, никакого эффекта, эффект от них чувствуется. И тем более в 7-м каталоге будет просто наишикарнейшая выгодная акция. Так что вот такой был мой отзыв на новые маски из серии Ботаника. Пишите, какие маски пробовали вы, какие маски вам понравились больше, какие меньше, потому что я всегда говорю, что все читают, девчонки, комментарии, и всегда всем интересно мнение нескольких людей для того, чтобы, ну, наверное, помочь определиться с выбором и выбрать ту или иную маску. Но вот лично от себя я бы советовала вам взять все эти маски, все их попробовать и насладиться от использования этих бюджетных, потрясающих, работающих действительно на лице масок. На этом говорю вам всем пока-пока, до свидания, до новых встреч!